Это еще кто? Ну, мы ваши соседи сверху. Свили, так сказать, гнездо разврата. Проститутки, значит. А ну-ка убирайтесь вон отсюда. Сговорились и украли деньги у мафии. Большой капитал. Плюс-минус миллион. Так, падшие, кому тут помощь нужна? Где наши деньги? Просто, понимаете, все так запутано. Деньги, которые мы украли со Светкой, украли у нас. Тогда мы вас убьем. Ради бога. Недавно уже жизнь надоела. Вы украли, вы вернете. Бандиты заставляют открыть бордель. А вас мы просто оставим в качестве вахтера. А что, нельзя без борделя? Без борделя, к сожалению, никак. Так вот и надо план работы придумать. Какие-нибудь аппараты, агрегаты, ну и садомия. Мы непривередливые, на ваше усмотрение. Ага. Скидки для пенсионеров. Есть? Не смей просирать свою жизнь. Вы что себе позволяете? Я в депрессе могу. Сажайте их быстро. Бабушки здесь ни при чем. Очень даже при чем. Ты что, у меня все через одно место? Ну, профессия такая.